Говорят, у Volkswagen, конкретно у модели Tiguan, есть проблемы с тормозами на неровностях. Зимой мы проверили, действительно, проблема с торможением существует. И теперь, когда сошел снег, мы решили поехать на Дмитровский полигон и повторить испытания в лабораторных условиях. На специальном треке базальтовом, имеющем низкий коэффициент сцепления, установлены неровности, и мы тормозим на этих неровностях, пытаемся сравнить тормозной путь Тигуана с тормозными путями других автомобилей в тех же условиях. Теперь мы с полной уверенностью можем сказать, да, действительно, проблема существует. Тормозной пункт 60 км в час на таком покрытии у Volkswagen где-то на 8, а то и на 10 метров больше, чем у основных конкурентов. И это мы смогли наглядно продемонстрировать специалистам компании Volkswagen. Они провели собственные замеры и обещали разобраться с этой проблемой.